Лешей Гудин беседовали по-соседски, что, может быть, вместе будем. И даже были не прочь и хотели этого. Но Авербух сказал, что визуально будет правильнее, чтобы я была с Ромой. А тому ли я дала обещание любить? Мама, ну не виноватая я, не виноватая я. Все говорят, любовь, любовь, наверное, это она. Я могла об этом только мечтать, потому что Ром большой, сильный, обаятельный. Да еще катается как бог. Ну что? Мари, зачем ты вот так едешь? Да. Оп. Стой! Трудно пока что-то говорить, как это дальше будет, но во всяком случае после нескольких тренировок уже есть прогресс, и будем надеяться, все будет так же и продолжаться. Писать ей будет с каждым днем и с каждой тренировкой лучше кататься. За себя, молодец! Уже, по-моему, раз в 10 сказал молодец. Это говорит о многом. Тебя это не касается. Мне одинаково сложно дается и то, и то. На льду я тупо боюсь, все время боюсь. А на полу я зажатая. Мне кажется, я такая корявая. Раз. Я ценю любой опыт. Я принимаю и благодарю жизнь за этот опыт. Он огромный, он очень сложный, но это опыт. Сатим, держись, мы с тобой, мы в тебя верим. И обязательно ничего себе не повреди. Мы хотим, чтобы ты победила. Желаем тебе победы. Я в тебя верю искренне. Я уверена, что до финала ты точно дойдешь. Я тоже абсолютно уверен. Российская пара. Певица Сати Казанова и заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров. It's not-
Вот меня волнует, и, наверное, телезрителей тоже. Как происходит подготовка на льду и на танцполе? Существуют две бригады тренеров-хореографов. Одну возглавляет Александр Жулин, другую я. Мы работаем абсолютно автономно. У каждого из нас свой стиль постановки, свой подход к танцу. Так что творческая борьба, борьба идей по-прежнему продолжится. Сати, Рома, приветствую вас в нашем новом шоу. Сати, скажи, пожалуйста, вот ты так взяла и рискнула, начала всю свою жизнь практически заново. Ты пустилась в одиночное пение, в парное катание, в парное танцевание. В общем, ты делаешь свои первые шаги. Как оно? Вот что ты сейчас чувствуешь во время вот этих вот самых первых шагов, тем более рядом с Романом Костомаровым? Передачи не хватит, чтобы рассказать все свои чувства и эмоции. Скажу вкратце, что каждый день я преодолеваю себя. Я только могла мечтать о таком партнере, как Костомаров. Ну, не, извини, что тебе это нет. Но работая с ним, вот вчера вот я с ним ревела, я думала, за что он мне достался. Но он классный. Скажите, пожалуйста, вот если бы сейчас здесь присутствовала наша строгая комиссия, наше жюри, какие бы оценки вы получили, а, Ром? Ну, трудно судить, потому что если бы это происходило все на льду, наверное, я бы мог сказать, но это происходило все-таки на полу, и, наверное, опять же, в зависимости от того, как танцевали остальные пары, наверное, было бы какое-то сравнение. Но, во всяком случае, мы справились, Сати справилась со всем своим волнением, которое было и накануне, и сегодня. Но сегодня сделала все, скажем так, идеально, и поэтому я ей поставил бы, конечно, 6-0. Не знаю, как насчет судей.